Всем привет, ребята. Ну что, сегодня у нас коллекционер, и как всегда, я рулю на аккаунтах моих подписчиков. Кто кидает заявочки в ВК и Телега, есть в описании под видосами. Пишите, спишемся по ролю. Заявок очень много, ролю от 40к. Вот такой у нас сегодня аккаунт, который представил нам Павел, мой подписчик. И сегодня у нас, думаю, будет чудесный роллинг. Поехали, посмотрим на аккаунт. Так. Грешит, не грешит, да, немножко грешит. 150к. Почти уже добивает. Вот такой вот у нас сегодня коллекционер. В принципе, награды довольно-таки неплохие. Я утром показал, я за 30к, в принципе, вытащил слизней, плюс-минус. Ну, может, мне просто больше повезло, чем другим. Такс. Поехали, посмотрим. На этот аккаунт находится он гильдии сарказм, насколько я вижу, да. Бога всегда первые, ФРТ 20.00, босс 3 21.00, босс 5 21.30, прием старше 18 лет. Для вступления в гильдию WhatsApp увидите, в принципе, на экране, пишите, кидайте заявочки, вступайте. Циферку вам одну не видно, видно 49 в конце. Так, вот такая вот гильдия 47.75, поэтому нуждается в активных участниках. Плюшка, вот так вот. Так, поехали, посмотрим на героев, что у него есть. Интересно на это глянуть. Такс, поехали, смотрим героев, что у него интересного тут есть. Так, ну, заклинательницы Тесса не вижу. Некрос есть. Командора Феникс. Блин, да, неплохие герои. Я не знаю, чем мы тут сейчас, конечно, выбивать нам. По сути, надо очень мало героев. Так, ну, Угника явно мы не выбьем. Рогатка. Ген Командора Тессы, кстати, нет. Ну, как-то странно. Заклинательница, интересно. А, поехали. Посмотрим, что тут интересного есть. Так, Некрос. Интересное решение для Некроса. Анубис. Сетна, Бугиман, Бавашный. Странно. Палантиками, конечно, нигде. Тыковка топовая. Так, окей. Ну, так вроде более-менее неплохо, неплохо. Таланты, конечно, надо качать. Надо бег выбили на деда. На руньку берс. Ну, с талантами тут беда. Возможно, он недавно начал играть. Сделаем на это скидку. Так. Ну, вот такой вот аккаунт. Нам, конечно, выбить надо самых топовых героев, как всегда. Поехали, попробуем это сделать. Let's go. Так, доступные места. Окей. Посмотрим, какой у нас будет сегодня шанс. Но уже два слизнячка словили, это радует. Три. Четыре. Ничего себе, пять. Смотрите, как слизни падают. Фига себе. Неужто вернули наконец-то нам шанс? Так, рыцарь тьмы, но это вообще не радует. Дедушка вообще по легендам печалька. А вот так вот, ребятушки, мы за каких-то там 10к вытащили ему супер бездонатную имбу, которую хотят все, как и донаты, так и бездонаты. Ну что, поздравляю. В принципе, роллинг удался. Я думаю, больше даже ролить ничего не надо. Надеюсь, ты останешься доволен. Так, окей. Ну а с вас, ребятушки, лайки, как обычно. Топовое начало у нас. Сноу, Дракос, Дрейк. Нам надо немножко другой капитан. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ну давай, Триантик. Фараон Друид. Ну, пошла жара, короче. Седна. То чувство, когда
Когда у тебя все есть, и, блин, падает Махатма, Дед Мороз, ну ничего себе, падает, конечно, круто очень. Но у него все это практически есть, так, окей. Ну, летяху вытащили, это радует. Влад Дракула, Сноу. О, ничего себе, ворожай, два слизня. Смерть. Интересно, интересно, хороший. Кенди. Еще одна Кенди. Ну что это такое? Ну давай, 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 давай. Череп упал. Ниндзя Химка. Ну падают лиги, конечно, прикольненько. Мы половину уже переролили. Что у нас получилось? Ну пока 12-15. Блин, надо еще ему какую-то имбу вытащить. Дракос. Леди Лео. Студеный, студеный. Ну, вроде как бы все, Асурик упал. Ну, Асурик у него есть. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Ну че, поздравляю. Еще осталось одного слизнячка добить. И, в принципе, все герои есть. Рэнки. Ну и того, что у нас получилось, на весь коллекционер у нас ушло 46 косам. Ну, то есть вот так вот. Мы выбили всех героев, полностью все. Четенько. Так, забрали треть с выхода, на всякий случай, чтобы не забыть. Так, ну что, поздравляю. Имба есть, еще одна имба есть, талант, просто жесть, по красоте, как всегда. Так, окей, поехали дальше, давайте еще попробуем, ну, надо ему доролить. Блин, капитан Дрейк, или давайте талантики сейчас, давайте так, до 15к, ПБшка, нифига себе. Паролем немножко ему талантики, с талантами беда, у него может что-то интересное выпадет. Хотелось бы, конечно, еще рогатку вытащить. Призрачный. Сердцеедка Фрэнки. Блин, сыпят, сыпят герои просто жестко. Медуза. Так, окей. Забрали мы награды. Хорошо. Забираем тут еще за 50, чтобы не забыть. Так, сейчас я гляну, что у него тут по героям. Ну, Лазулю выбили, это радует. Рейка, Махатма, ну просто жесть героя. Да, блин, а Тессы у него нет, это как так? И заклинательницы нет, офигеть. Так, хорошо, с этим разобрались, поехали, пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Паролить талантики, может повезет. В принципе, ему тут особо ролить-то такого нечего. Так, где стрелок? Где стрелок? Не вижу стрелка. Вот он. Поехали. Так, выбрать за самоцветы. Let's go. Так, бастион, это немножко не то. Так, из ворот и огненка. Ну, такое себе. Тут у него... Что себе каменку качает. Жесткий тип. Я думаю, ему тут четверки. Или нужны на кого-то. А, тут есть. Ну, будем ниндзиком ставить. Так, окей, поехали дальше. Нам надо имба-талант. Водушка, блин, ну чё не пятая? Ладно, меняем. Неплохо было бы пятого. Так, ну опять ставим. Где-то сюда. Так, окей, с этим разобрались. Блин, ну...
Да, походу у него с талантами на этом аккаунте печаль. Герои, конечно, практически все есть, а вот талантиков, к сожалению, нифига не падает. Ну, хоть на Рину упадет или нет? Ракушка. Ладно, оставлю ему 1400 самов. Поехали, пооткрываем, посмотрим, что там у нас за плюшки. Так, карты вторые. Ну, отсюда нам Тессу неплохо было бы вытащить. Вот так вот, ребят. Вот так вот, надо Тесса, пожалуйста, вот тебе Тесса. Еще поздравляю, еще один недостающий у тебя герой. Заклинательницу тоже нам надо словить еще. Посмотрим, сможем ли мы с третьей карты Заклу вытащить. Ну, вот так вот, все просто на изи. И еще и Фрея одна. Ну, это просто жесть. Так, и что мы имеем на сегодня? Смотрим. Так, ну, рогатка у него недостающая, разруха понятна, ледяха есть, командора. Командора только и рогатка, отлично. Ну что, поздравляю, надеюсь, ты доволен роллингом. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. На связи я есть, вы знаете где. Всем удачи, всем пока.